Инспекторы Госатомтехнадзора выявляют нарушение парковки автотранспорта. На днях они провели очередную проверку в Люберцах. Кроме размещения автомобилей на зеленых насаждениях, в поле зрения сотрудников надзорных органов попали и другие нарушения. Одним из проблемных участков Люберец, где наиболее часто выявляют нарушения, проспект Победы в микрорайоне 7-8. Несмотря на предписание инспекторов, местные жители оставляют личный транспорт в неположенных местах. По обе стороны магистрали на зеленых насаждениях припаркован целый ряд автомобилей. Это административное правонарушение. По данному факту нарушители будут привлечены к административной ответственности. Ответственность предусмотрена в виде административного штрафа от 1000 до 5000 рублей. В основном это 1000 рублей, которые направляются постановление путем ОЦП, без участия владельцев транспортного средства. Нарушения парковки были выявлены и во дворах. Недалеко от дома номер 4 инспектор Госатомтехнадзора зафиксировал автомобили, препятствующие вывозу мусора. Владельцам транспортных средств также грозит денежный штраф. В этом случае более крупный – от 3 до 5 тысяч рублей. Напомню, что пожаловаться на незаконную парковку можно с помощью мобильного приложения «Народный инспектор». Фото и видеоматериалы поступают от граждан путем видеофотофиксации специализированной программы, которая указывает место и время, уже поступает нам, и мы также рассматриваем. Необходимо отметить, что не все фотографии соответствуют требованиям по составлению административных материалов. Поэтому все-таки не все постановления, не все нарушители привлекаются к административной ответственности. С начала этого года с помощью мобильного приложения было оштрафовано около 50 автовладельцев. Всего за последние 5 месяцев в территориальный отдел номер 15 поступило более 700 обращений от народных инспекторов. Луиза Игазарян, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.